Хармс повсюду здесь. Он как атмосферное явление Петербурга. Даня! Восьмое утверждение. И человек, и слово, и число подчинены одному закону. Девятое утверждение. Новая человеческая мысль двинулась и потекла. Она стала текучей. Старая человеческая мысль говорит про новую, что она тронулась. Вот почему для кого-то большевики сумасшедшие. Десятое утверждение. Один человек думает логически, много людей думают текуче.